Итак, друзья мои, да, там притча нормальная, да, мы рады всех приветствовать, долго просили хрум-тур. Сейчас вот этот цвет я выключу. Все просто, комната небольшая, шаг сюда, вот здесь нет заправленная постель, здесь мое личное пространство, вот тут шифонер, это я долго показывать не буду, здесь в принципе пекарская зона, мои печки, там парк микрофонов, да, уделим потом этому другое видео, потом сейчас я вот просто покажу, да еще потом не спрашивали, у меня когда-то перегорела проводка, вот. И поэтому вот я обслуживаю комнату вот этими лампочками. Также тут у меня вот мое зеркало. Вон там я. Сейчас вот Кеннин снимет меня. И тут на зеркале вот этот злосчастный нашейник, который я проносил много времени. И в нем я проработал. Да, но я надеюсь, он останется в прошлом. В принципе, на этом все. Здесь зеркало, здесь вся фигня. Там куча шнуров, куча коробок, контейнера, там коробки. Ну, это как бомжа-хаус, но вот этого видеть не обязательно совсем публике. Поэтому, когда я стримлю, я все это вот так вот устраняю. Ставлю стул, как бы пространства у меня немного, но, в принципе, что спасает, вот это вот самоделкино. И сейчас я еще покажу, как я сделал все вот это вот. Вот этот обвес, вот эта лампочка и вот эта вот часть пекарского стрима. Вот, вот это все вот в этом обвесе. В принципе, это значение мало имеет. А, сейчас я покажу вот старый монитор, чтобы не спрашивали. Вот он стоит, он подвыгорел, долгое время отработал, но бог бы с ним. И сейчас мы перемещаемся уже в эту часть. То есть вы привыкли видеть меня вот примерно вот так. Я думаю, ну, понятное дело, с той вебки, ее я перемещаю, когда веду пекарской стрим, и дальше тут по порядку. Вот здесь идет пантограф, сейчас снимем тут на две камеры, чтобы было понятно. Вот пантограф на последний микрофон, который я могу его всегда, если что, убрать, и всегда, если что, выдвинуть. Потом старая какая-то клавиатура механическая, подставка под Redmi Note телефон, вот новый монитор Dell. Что Кеннин покупал, не знаю, я не особенно разбираюсь, только знаю, что он и VGA дает, и HDMI, за счет чего я подключаю к нему вот свой старый комп, сейчас покажу, старый комп, который работает на Windows XP, и ничего уже толком не тянет. Потом вот тут у меня идет две мыши, сзади стоит приставка Sony PlayStation 4, да, ждет своего часа. Вот тут я использую вот эту звуковуху Ugreen, контроллер, и для звука, чтобы Sony, я подаю вот с этого усилителя марш. Здесь также стоит на уже на стойке. Там с поп-фильтром заряженный мой Tascam. Это как бы основной вокальный микрофон, но возможно буду уже его менять. Жаль, конечно, не получилось купить вот ту стойку нормальную. Ну да бог с ним. Потом здесь коммутация идет старый планшет. Он все время стоит на зарядке, потому что он разряжен. Это старый Gnusmas. Потом вот вебка Creative, основная для стрима. И тут вот коммутация, тут удлинитель, тут опять же лампочки, которые я включаю. Тут другой монитор, который обслуживает вот этот вот компьютер, с которого я стримлю. Здесь у меня появилась MIDI-клавиатура, опять же Кеннин отжалел. В качестве дополнительной звуковой карты для 3.5 у меня идет Zoom. И тут микшер Behringer, который через шнур монофонически подключен к HDMI. И вот теперь по порядку, как мы пишем. В качестве АЦП у меня идет звуковуха ЕСИ. Вот она, на ней входы. Комбинированный вход, но я использую его только для микшера, потому что преампа на ней нет. То есть только компьютерный с панели. Также тут вот у меня здесь 48 вольт, сейчас она не включена. Вход Hi-Z крайне редко использую. Но иногда нужно, если хочу поиграть через плагины Phones, но почему-то на звук, на воспроизведение мы не смогли ее настроить, что-то там проблемы с дровами. Единственная звуковуха, которая работает в XP. Потом стерео Line-In. Вот этот стерео Line-In, он обслуживает Zoom. Про Zoom я уже рассказывал в прошлом видео. Вот Zoom через переходники. И обратите внимание, здесь балансные идут переходники. Вот если их выткнуть,
в зуме балансные кабели. Балансные кабели. А уже в Fiera подается зум вот этим кабелем. И вот этот кабель выдает звук. Полностью собирает аудиомикс и с одного компьютера, и с зума, и с другого. И подает это через выход. Вот, во вход идет зум. Чтобы я все это слышал, мог отдельно записывать, separately. И потом вот этим вон шнуром, который там идет, все это подается в звуковуху Behringer. Behringer переведен у меня в моно, сюда я втыкаю микрофон, когда надо с XLR микрофона провести. И в принципе все. Все остальное, здесь куча проводов и звуковуха Fiera. Она не работает у меня как звуковуха, она работает у меня как блок преамповый. Сюда собирается стереомикс с моего одного компьютера и процессор, и отдается во второй комп. В принципе, достаточно сложная система. Опять же, Fiera подключена. Не буду показывать. На тюльпанах переходники на небалансные кабели. И туда уже выходят вот эти студийные мониторы Defender. Места мало, к сожалению, но не важно. И вот эти вот наушники я использую для записи вокала. В принципе, все. MIDI-клавиатуру еще не пользовал, знаю, что она работает. Потом уделю этому другое уже видео. И вот у меня сейчас пока что без стойки валяется гитара, на которой я на последний стримил. Это Washburn. В принципе, вот тебе, братцы, и весь рум-тур. Сейчас покажу, как он выглядит отсюда. Вот, с места вебки. Вот так вот я стримлю. Примерно вот так. Все это захватывает вебка. Ну, в принципе, на этом все. Сейчас я присяду, как обычно. И вот так обычно все начинается. Я включаю один комп, подаю, включаю и все. В ближайшие полтора часа я буду говорить о вещах, которые до лампочки всем. Так что присоединяйтесь. Все, до новых встреч, друзья.